где мы? Мы там, где, когда переходишь дорогу, сперва направо, потом налево. И это не Лондон. Да, вариант ответов. А. Англия. Где? Б. Англадеш. В. Венесуэла. С. Сайпрус. Отгадайте сам. В общем, мы приехали вот в такое место, но задержались тут ненадолго. У нас фишка новая, переезжать. Мы переезжаем, даже когда переехали переехать. И мы переезжаем из переездного места. Мы поехали переезжать. Мы сейчас будем доказывать, мы будем бороться за свои права ходить в толчок с закрытой дверью. Понятно? Право на личное пространство. Мы имеем полное право не участвовать в цирке. Мы имеем полное право жить там, где нету странных дверей. Сейчас вы все сами увидите, поехали. Это, кстати, дверь классная, мне понравилась. Это единственная дверь, которая... тут же нужен ключ. Смотрите. Единственная достопримечательность — это вот эта вот штука. Да. Тут надо вот это умная вещь. И тебе надо вот так вот ключик. Смотрите, тут три ключа, но не написано какой, куда. Я даже... Как в прошлый раз, первый раз открыл. Один раз в год и палка стреляет. Да. Как раз надо убраться в шпиле. Ну вот, мы и оставили здесь свои вещи. А может, это еще раз нужно? Mm-hmm. Вот, трудности я... начались уже, нас это дом этот не отпускает. Давай. Я думал, сейчас эффектно залечу в дверь. Да, да. Но ты ее открыл, открытую. Я думаю, я буду поумнее. Как говорится, зайти в дверь — это вам не махнуть в дверь. Да. О, ничего себе. Все, пройдемте. Что странно, мы разуемся, что тут не стоит. Во-первых, о, сейчас он долго меня ждет. Это максимальный свет лампочки, да? Она другим светом горела. Ну, понимаете, она вертается. О, вот, теперь другим. Но светом. Все равно свет здесь потом. Что это за шахеризатор? Вот это вот? Понимаете, почему? Почему? Ты лучше посвети вот этот карты. Вот. Что? Да. Вот этот кек. Какой? А вон трещина. Я сейчас вот ближе подойду, да. Ее хорошо здесь видно. Это еще в писке устраивает. Да, мне кажется, здесь комар был очень большой. Очень большой комарий. Очень большой уже комар. Мне кажется, есть один принцип этого дома – это удобство. Например, захотели вы покушать… Тут отсюда удобно уезжать. Я не могу назвать это кухней, но в этой комнате, да, потому что тут все. Ну, скажем так, эта комната, во-первых, это лучшее, что тут есть. А курить – это плохо. Комната в целом ок. Ну сейчас, подожди, а где это все включается? Вот снаружи. Да, вот, понимаете? То есть... Это первое. Вот. То есть вот мы вошли, да? Допустим, зал, да? И одна из... И вот, ладно, вот. И мы решили приготовить поесть. И как делают нормальные люди? Ты готовишь кушать и тащишь все на стол. Но здесь нету прохода на кухню. Соответственно, тебе каждый раз нужно сделать вот такой ритуал. Парень, этому мы здесь такие поготовили. И ты, ну, либо вот так, конечно, но это не вариант, особенно если ты бабушка. Вот. И мы приходим сюда. Приходим, покурили, потому что это, знаете, спортнагрузка, после спорта покурить неплохо. Вот. И никому не мешая своим дымом, ты можешь пройти через чекпоинт. Вот, покушать. И ты такой думаешь, вот я снял охренительную хату с видом, как было написано, на крутую набережную. Потому что это вообще цена бралась за нее, за крутую набережную. Мы приходим к крутой набережной, ради которой мы и брали. Там уже витрила. Давай. И... Шо это? Ба-ба-ба-ба! Ну, это надо видеть. Сюда немножко заглянула в канале. Вот, пойдемте дальше. Это же только начало. Итак, когда вы тут наелись табака, цыпленка, можно идти дальше. Тут мы сперва подумали, что это как фича, а это оказался реальный баг. Что ты хочешь? Ты, ну, типа, приходишь... Конечно, туалет для тех, кто здесь есть мало, и, собственно, душ. Но это не беда, мы же всего на 3 дня.
Но что мешает? Мешает нам жить? Это вот эта херня, да? Она не закрывается. Я думал, поржаться можно? Вот так вот она делает безостановочно. Вот. Ну такие, ладно, не будем расстраиваться. Ведь мы любим все обосранно-зеленый цвет. А так как я любитель обосранно-зеленого цвета, он здесь. Вот, мы можем здесь просто насладиться. На камере он синий, чтобы ты понимал. Да, хорошо. Синий так синий. Потому что в жизни он тоже синий. И мы такие думаем, реванш. Ну, он какой-то такой странный. Ну, голубой. Возьмем реванш над этой дверью. А эта дверь тоже, она, знаете, она на своем. Вот, нет, теперь с другой стороны, да. Вот, то есть, в принципе, мне кажется, петли не в ту сторону поставь. Ну давай, а ты что, фоткаешь, как она закрыта? Ну так это же гениально. Артур, вот. Ну ты можешь... Сейчас ты нас с Андрюхой у бачка закроешь, что там из него пить, что ли? Так, а потом мы когда пошли и поняли, что нам нужно продышаться и посмотреть на красивое окно. Мы открыли, а здесь друзья живут, а с друзьями мы жить не хотим. Вот, друзья на камере видны. Да, вот, друзей очень много. Вот, поэтому мы эту тему прикрываем. Идем далее. Что мы можем сказать по этим? Во-первых, то, что тут нет света. Да. Казалось бы, но на самом деле есть. В принципе, место, где лежать, есть. Достаточно сильно не придерешься. Но некуда воткнуть розетку. Да, вроде как. Здесь нет, потому что надо подзаряжаться дома. В Алане. Вот, подзарядился, и 3 дня живешь на одном заряде. Вот, и, ну, то, что немножко все обосрано, это факт тоже. Это не страшно. Вот. Здесь есть вот такая штука. Это, наверное, выколи себе глаза, чтобы не замечать, что здесь происходит. Мне кажется, это для этого сделано. Насадка для фена. Да. Ну и, собственно, вот антураж. Антураж, который не стоит тех денег, которые мы заплатили. Поэтому мы пошли... Надеюсь, мы еще не заплатили, и ты успеешь сейчас отменить бронирование. Я все отменю. Мы пошли отменять бронирование. Следите за приключениями. Не живите в таких местах. Покидаем это славное жилище. Собаки сопровождают нас в добрый путь. Мы пошли. Казалось бы, что делать в такой ситуации, когда ты приехал, дом в таком состоянии, а жить где-то надо 3 дня. Мы должны считать деньги. Стоит ли это того? Но если подумать и посмотреть по сторонам, то оказывается, все не так уж плохо. Да. И сейчас мы покажем, почему. Вот идем мы такие, идем. Ну, надо бы поискать, где пожить. И тут. Да, отель с русскоязычным персоналом. Подам. Искали в Северном Кипре. Принципу. Да, мы просто увидели хоум-лайк, такие, заходим. А мы не означай. О, нас снимают. Я такая незаметная. Да. Мы ходим возле крепости. Потому что так надо. Если она есть, чтобы после него походить. Да, ну, вчера мы были в баре, тут будет ставка с концерта с этого бара. Говорили с интересными людьми. Ставка будет интересная, вертикальная. Да, но тем не менее. Может быть... Когда-нибудь получится здесь пройтись с инструментами. Мы как это, татаро-монгольская ига. Мы хотим пройтись не с пустыми руками, а захватить... Оставить после себя след. Да, оставить после себя след и мох людей. Вот для этого нужно приезжать, смотреть, договариваться, общаться. Чем мы занимаемся. Ну, я задумчиво молчать. Да. Давайте выйти. Наверное, полить в море. Кто-нибудь комментировать. Да, Андрюх комментирует. Так, мы направляемся по набережной. Какую-то дальнюю даль. В которой мы уже шли. И поняли, что надо идти вокруг 14 тысяч километров. Да. А калитки-то не было. А я понял, на самом деле у нас другая цель. Мы идем играться на игровой площадке. Да. Это мы вам даем для отмашки. А сейчас Ксюша увидит, как мы играемся в Латвии. Вот здесь. Игровая площадка, на которой... На самом деле можно как было бы заскочить. Нам по размерам у них прям в самый раз. Сядем и не пойдем.
Здесь был бы идеальный кадр, это под Бенни Хилла нам. Смотреть на море, это, конечно, прекрасно, но завтрашний день готовить нам еще одну очень важную миссию. И мы обязательно поснимем, что будет происходить и как будет происходить. Я надеюсь, что меня слышно от этих волн, поэтому все увидите. Да. Все, что я могу добавить. Пойдемте. Как мои телодвижения? Отличные. Достаточно, чтобы не родить никого в этом мире. А теперь похлопай. Тут не видно, Артур, надо выше. Да, сейчас лучше уже. Tú que junto a mi pie, tus labios besando los míos.